Этого не может быть. Мы тут все просто в шоке. Мы ищем оружие? Ведь говорили, он не был вооружен. Ничего нет. Ничего. Возможно, тут ничего нет. Этого не может быть. Мы тут все просто в шоке. Это все из-за меня. Да я уговорил его стать клоном. По моей вине он теперь лежит мертвый на улице.
Люди скрытничают не без причины. Скажи, чего ты боишься? Чего-чего? Того, что пугает всех людей с нечистой совестью. Вечных мук. Я-то думал, пущу себе пулю в рот и все, отмучился. Я же не знал. Но терпеть было уже невозможно. Что терпеть невозможно? Я боялся, что кто-то об этом узнает. Тут вечно рыскали парни вроде тебя, искали всякие там улики, разнюхивали все, приходили один за другим. Я чувствовал, как петля вокруг шеи затягивается все туже. А выходит, я себя недооценил. Она до сих пор гниет там, где я ее оставил. Ага, смешно. Люди должны знать, что ты сотворил. Не стоило уносить секрет с собой в могилу. Мы все что-то уносим с собой в могилу. Даже ты. Тут обитают всякие твари. Жуткие такие твари. Тебе тоже стоит быть поосторожней. Я же сказал, хватит об этом. Туда я не пойду. Поссорились? Он меня предал. Клялся вечной любви, а теперь женится на другой. Он изменял мне с ней? Я всегда думала, что у него кто-то есть. Это она? А тебе не все равно? Похоже, он забыл прошлое. Ну и ты забудь. Не могу. Пока правду не узнаю. Помоги, я должна знать. Пусть самое плохое. Ладно, займусь. Вот, а теперь еще немного табличек. Скукотища. У меня такое чувство, что за мной кто-то следит.
Интересно, он о ней вспоминает? Может, поэтому он был таким нерешительным? Я его не виню, но ужасно, что я обратила на него внимание только поэтому. Он был сломлен, нуждался в поддержке. Я не думала, что влюблюсь. Странно все вышло. Она просто хотела помочь другу и не предполагала, что так выйдет. Не пойму, почему она покончила с собой? Все было замечательно. А сейчас я боюсь за Сюзанну. И вот что. Не прыгни она тогда со скалы, я бы не встретил свою любовь. О, как все запутано. Он встретил эту девушку после смерти бывшей. Похоже, все это сплошное недоразумение. Не знаю, что она скажет, но скоро станет ясно. Хорошая новость. Он тебе не изменял. Но есть и плохая. Твоя смерть их сблизила. Значит... Значит, он меня любил? Похоже, да. Какая я дура. Он и сейчас тебя вспоминает. Если от этого станет легче, знай, он никогда тебя не забудет. Легче, да. Как жаль. Я должна была ему доверять. Может, тогда и поженились бы. Ну что уж теперь. Ладно, спасибо.
когда все потеряло смысл. Ведь правда, Бакстер его ненавидел. По-моему, это было взаимно. Ронан был мужик резкий, но Бакстер тоже не из обаяшек. Да, но ты что, хочешь сказать, ну что, он своего же убил? Это как-то уж... С этой работой я каждый день убеждаюсь, люди способны на все. Вот если бы призраки действительно существовали, я бы сразу же обвинила своего босса в колдовстве. Где я? Так не должно быть. Я даже не знаю, как сюда попал. Я просто хочу домой. Послушай, не знаю, могу ли я что-нибудь сделать, но... Похоже, тебе нужна помощь. Я не знаю, как здесь очутилась и что это за место. Не помню, что со мной случилось. Почему я такая? Извини, малышка. Но если ты здесь, значит, ты умерла. Я так и знала. Слушай, у меня та же ситуация.
Раньше я был детективом. Давай я осмотрюсь. Попробую найти то, что поможет тебе во всем разобраться. Я не знаю, с чего тут можно начать. Ты что-нибудь помнишь? Любую мелочь. Бывает, помогают даже пустяковые детали. Я помню, было много людей и шлюпку. Все напуганы, а перед глазами название «Монагансет». Уже кое-что. Поработаю с этим. А вот и некролог. Шлюпка перевернулась и затонула. Труп так и не нашли. Что она делала в шлюпке? Похоже, какой-то мемориал. Тут должно быть множество свидетельств того события. Найду другие вещи, все пойму. Записка. Нам будет тебя не хватать. Ты настоящий герой. Хм. Настоящий герой. Похоже, многие обязаны ей жизнью. В отношении Монагансет она была не жертвой, а героем. Успела многих спасти, пока ее шлюпка не затонула. Она много значила для этих людей. Что-то узнал? С
Слово, что ты запомнила. Монагансет. Это название парохода, который затонул в гавани Салема. Если бы не ты, многие бы погибли. Ты герой. Если я всех спасла, то как же я погибла? Нет, ты спасла не всех, но многих. Твоя шлюпка перевернулась. Я не умею плавать. Наверное, я утонула. Мне жаль. Нет, жалеть не надо. Благодаря тебе печаль и страх ушли. И я горжусь собой. Если бы не ты, я бы ничего не узнала. Благодарю тебя от всего сердца. Рад, что помог. Так больше не улыбался Джулия. Когда ты в бегах, нужно укромное место. Место, где тебя никто не достанет. Но от вопросов не убежишь. Они всегда тебя настигнут.